Перед нами церковь святой Гене в Армении. 630 год нашей эры. Полностью сохранилась, дошла до нашего времени в том неизменном виде, в котором она была построена, из розового туфа. Вот такие арки у входа, базилика с куполом. Окружает сад из туи, сосны. Такие постройки уже, наверное, более позднего времени. Святой источник. Святая Гене. Мощи покоятся там, внутри, под спудом.